Приветствуем всех информационный марафон телеканал Freedom 8.00. Точно киевское время. Денис Пахила, Лейла Мамедова. Традиционно оперативная информация. Ряд всем предлагаем для обсуждения. Говорим о ситуации на фронте. Также поговорим о том, как шпионы из России и Беларуси за 4 дня до старта Олимпиады в Париже пытаются пробраться в Францию. Для чего и зачем также эту тему обсуждаем. И поговорим о прогнозах, как в ближайшее время может меняться ситуация не только в Украине, но и во всем мире. Мы начинаем. Джозеф Байден снялся с, президен... с выборов президента Соединенных Штатов Америки. Он продолжит выполнять обязанности до конца срока главы Белого дома. О всех подробностях своего решения Байден пообещал рассказать во время обращения к нации. В качестве своей замены Джозеф Байден предложил вице-президента Камалу Харрис. Она уже заявила, что с благодарностью принимает поддержку Джо Байдена и уже начала борьбу за выдвижение, пытаясь заручиться поддержкой однопартийцев. Я сделаю все, что в моих силах для того, чтобы объединить демократическую партию и объединить нашу нацию. Для того, чтобы победить Дональда Трампа. Мы будем бороться вместе и победим вместе. Камала Харрис, вице-президент США. На решение Джозефа Байдена отреагировал глава украинского государства Владимир Зеленский. Он поблагодарил президента США за поддержку Украины в ее борьбе за свободу. Мы всегда будем благодарны за лидерство президента Байдена. Он поддержал нашу страну в самый драматичный момент в истории, помог нам предотвратить путинскую оккупацию нашей страны и продолжает поддерживать нас на протяжении всей этой ужасной войны. Нынешняя ситуация в Украине и всей Европе не менее сложная, и мы искренне надеемся, что дальнейшее сильное лидерство Америки не даст российскому злу добиться успеха или результатов своей агрессии. Владимир Зеленский, президент Украины, в соцсети X. Министр иностранных дел Германии поддержала размещение американских ракет большой дальности ФРГ. Анна Лена Бербак подчеркнула, что российский диктатор Путин постоянно расширяет арсенал, которым угрожает свободе Европы. Поэтому для защиты необходимо использовать в том числе и дополнительные средства противодействия. Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров, в том числе за счет усиления, сдерживания и дополнительных средств противодействия. Не делать это было бы не только безответственно, но и наивно перед лицом расчетливого Кремля. Путин нарушил договоры по разоружению и нашу общую европейскую мирную архитектуру много лет назад. Он хочет напугать нас и разделить наше общество. Путинская Россия в настоящее время представляет собой величайшую угрозу для нашей безопасности и мира в Европе. Народ Украины защищает этот мир каждый божий день. Анна Лена Бербак, министр иностранных дел Германии, в интервью изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Беларусь и Китай провели военные учения на границе с Евросоюзом. Как сообщает официальный Минск, союзные войска отработали антитеррористические действия в случае захвата аэропорта. Тренировочная операция прошла недалеко от Бреста, возле самой границы с Польшей и всего в 30 километрах от украинской территории. Отмечу, что эти маневры Беларуси и Китая провели спустя всего несколько дней после саммита НАТО в Вашингтоне, в выводах которого говорилось, что углубление партнерства Пекина и Москвы является предметом беспокойства для Альянса. Над российским Туапсе ночью прогремело несколько взрывов. Там, напомню, расположен нефтеперерабатывающий завод, об этом сообщают местные СМИ. По данным местных властей, по беспилотникам работала система ПВО, она уничтожила 8 беспилотников. Якобы местные жители рассказывали, взрывы со стороны местной нефтебазы начали раздаваться примерно в 3.30 ночи. У российских морпехов во время оккупированном Севастополе проблемы с набором личного состава. Речь идет о 810-й отдельной бригаде, которая дислоцируется в Казачьей бухте. Как сообщает партизанское движение АТЭШ, не помогают с набором даже рекламные щиты с призывом идти служить российским оккупантам. Таким образом, все заявления Минобороны России о возможном расширении бригады до дивизии терпят крах. 1150 долларов такое вознаграждение обещают россиянину, который приведет своего друга в военкомат. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны. По их данным, инициативу поддержали в Ярославской области и в Республике Татарстан. Со слов местных властей, этот механизм призыва является рискованным, ведь граждане могут злоупотреблять такой системой. Поэтому призвали закрепить это в российском законодательстве. Кроме того, аналитики Института выяснили, что войска России разрабатывают и формализует специальность военного мотоциклиста. Вероятно, это ответ на увеличение количества ударов украинских беспилотников и в целом воздушной разведки. Поэтому, по информации Института изучения войны, оккупанты вынуждены использовать небольшие и быстрые транспортные средства для логистики и перевозок на фронте. 77 боевых столкновений произошло на фронте за сутки. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Самая горящая остается ситуация на Покровском направлении. Там силы обороны Украины отбили около трех десятков российских штурмов. Также армия Российской Федерации атаковала на Харьковском, Купенском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Кураховском и Ореховском направлениях. На Приднепровском российские оккупанты не оставляют попыток выбить украинскую армию из занятых позиций. 1050 российских военных были ликвидированы силами обороны Украины за минувшие сутки. Всего же с начала полномасштабного вторжения России потери армии российских оккупантов уже составили 567 760 человек. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Также украинские военные уничтожили 18 российских танков за последние сутки, 17 боевых бронемашин, 51 систему, 2 реактивные системы залпового огня, 4 системы ПВО российских оккупантов, также были уничтожены 73 беспилотника и более 120 единиц автомобильной специальной техники и цистерн российских оккупантов.